Всем привет! Меня зовут Наташа, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас такое несколько странное видео. Странное в том, что я в самом начале канала, когда запускала вообще все это дело, я рассказывала про то, как я люблю машины, и как вообще это влияет, ну, не то, что, скажем так, влияет, но и что и как у меня это в жизни. И это видео, которое связано с машинами. Дело в том, что я очень долго думала, выпускать этот видеоролик или нет, потому что аудитория к этому видео, может быть, даже не готова, в том плане, что, ну, это не то, интересы другие, более того, что я не автоблогер, и у меня есть одно видео, где я пытаюсь что-то рассказать и пытаюсь как-то простроить мысль на тему того, чем заниматься, ну, что вам рассказывать в своих видео, и я очень долго решала, стоит ли мне это показывать, не стоит. Здесь ничего такого критичного нет, просто мне кажется, что это видео многим, ну, будет неинтересно, потому что, ну, подумаешь, какое-то мероприятие о машинах, типа, какое отношение имеешь к этому ты. На самом деле, меня пригласили, и почему-то пригласили как фотографа, может, потому что у меня зеркалка есть, ну, я не знаю, я не считаю себя фотографом, и ни в коем случае не хочу это, как бы, звание отбирать у тех людей, которые этим занимаются реально профессионально. Однако, видос про машины. Это мероприятие связано с машинами, и мне просто бы хотелось в этом видео показать частичку себя, то есть частичку тем, что я занимаюсь, чем я увлекаюсь. Но ни в коем случае я не буду об этом грузить весь свой канал, потому что я считаю, что это мало кому интересно, и очень маленькая аудитория, которой это будет реально интересно посмотреть. Вполне возможно, будет еще пара роликов, там, может быть, через 2 месяца, может быть, в следующем месяце, на тему именно автомобилей. Вот, но я еще раз хочу повториться, еще раз хочу, как бы, ну, сказать то, что это не основной контент, который бы я хотела вам рассказывать. И просто я хочу с вами поделиться тем, что, ну, что меня интересует, то есть одна из моих, так скажем, одно из моих увлечений, потому что для меня, лично для меня автомобиль — это друг, прежде всего, который с тобой в трудную минуту, который тебя возит, который тебя выручает, который всегда... И когда тебе плохо, именно морально, ты садишься за руль или садишься пассажиром и едешь куда-нибудь, думаешь, и вот это вот все, это на самом деле... На самом деле это, ну, это того стоит. И поэтому для меня машина друг. Вот, поэтому меня очень часто зовут на мероприятия, связанные с автомобилями, и я хочу хотя бы иногда, я не говорю то, что будет постоянно, хотя бы иногда показывать такой контент именно вам. Сейчас я вам покажу видео, которое было отснято на одном мероприятии в Тюнинг-Ателье. Это мои очень хорошие знакомые, мы с ними, ну, просто общаемся. Я не буду называть название этого Тюнинг-Ателье, чтобы это не было, как бы, такой рекламы, и чтобы вы не подумали, то, что я с кем-то сотрудничаю. Потому что я ни с кем не сотрудничаю, у меня на видео, даже если вы заметили, у меня даже нет партнерки, я бы не зарабатываю на этом, несмотря на то, что я сейчас очень сильно плотно занимаюсь Ютубом, но вот такой, как бы, расклад. Они об этом не знают, наверное, скорее всего, то, что я про них снимаю, вот, но мне было очень приятно, что меня пригласили, и мне было очень приятно, что у меня была возможность хотя бы хоть немножко там потусить. Если кто-то еще хочет поучаствовать, подъезжайте, даем еще 3 минуты. Блять, поеду. Двое, да. Больше поеду. Там от Пассата. Ну, вот я с Гетером заеду ниже. Нет, с Пассатом заеду. Итак, окей. Судя по всему, Subaru не будет у нас участвовать. Кто у нас участвует помимо вот этих 4 тачек, стоящих здесь? Я уверен, что Пыжик оранжевый, премиум каст. Кто еще? Subaru участвует? Финик красный участвует. Красная Z-ка участвует. И белый организаторский. Это Skyline, да? Нифига себе. Infinity! Она сказала Skyline. Не надо. Infinity. Она валилась. Оля будет. Тоже участвует. Так, организатор, собственно, Free Garage завелась. Готова. Зрители готовы? Да. Ну, погнали. Это было.
Было. Аплодисменты, а ты готов? А, Целика, а он заведется, спросил кто. Завелся. Так, ну давай, покажи. Вам хоть как-то понравилось, потому что тематика такая немножко для автоблогеров, вот, но опять же, повторюсь, я никогда не хотела снимать именно на тему машин, может быть, когда-нибудь я вам покажу наши покатушки, которые бывают, ну, это будут во влоге, скорее всего. Хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы подписываетесь, за то, что вы мне пишете ВКонтакте и так далее, вот, я думаю, то, что обязательно у нас будет на следующем видео, не через видео, я думаю, то, что будет обязательно разговорное видео. Вот, и мне уже хочется поскорее снимать, потому что более-менее приятно, так скажем, локейшн здесь. Вот, я не знаю, почему я на диване раньше никогда не снимала, но, блин, это круто, что прям снимать очень комфортно, и мне так проще с вами, как бы, ну, вести какой-то диалог. И я надеюсь, это видео вам понравилось. Всегда с вами Гром Наташа. Скоро увидимся, пока!